Депутаты раскритиковали карагандинские дороги. По итогам заседаний постоянных комиссий в адрес чиновников поступило 18 рекомендаций со стороны народных избранников. Последние просят власти отремонтировать, восстановить или обустроить ряд дорог шахтерской столицы. Однако по итогам выездного совещания депутаты заключили: не все поручения исполняются или исполняются недолжным образом. Напомним, в этом году на ремонт и содержание автомобильных дорог выделена рекордная для Караганды сумма – 2 с лишним миллиарда тенге. И мы видим здесь плачевную картину. Это один из оживленных перекрестков Караганды. Дорога на пересечении улиц Ленина и Гоголя больше похожа на стиральную доску. То яма, то ухаб. В прошлом году здесь заменили тепловодовод. Коммунальщики асфальт вскрыли, а вот восстановили явно с нарушением нормативов. Дорожное полотно попросту просело. Но подрядчиками обратно не выполнены по нормам виды работ ремонта. Рекомендации чиновникам по восстановлению дорожного покрытия народные избранники писали и не раз. Причем напоминали, что ремонт должен производиться за счет услугодателей, компаниями, проводившими ремонт дорог. Подрядной дорожной организации, видимо, не был соблюден правило не на должном уровне укатан. Нижний слой, верхний слой асфальтобетона. Нами направлялось письмо, предписание по поводу устранения во избежание недопущения дорожно-транспортного происшествия. Ну, как нам до нас доведено, работы будут начаты в середине мая по устранению данных провалов. А это глубокие ямы на улице Гудурмесская. Съезд ведет к 91-й школе. Учебное заведение в прошлом году отметило полувековой юбилей. Судя по состоянию дороги, хорошего ремонта проезжая часть не видела очень давно. Руководство образовательного учреждения не раз обращалось к депутату по своему избирательному округу. У нас дети здесь, родители с утра привозят детей, вечером забирают. И очень сложно, выезда нет. Ежегодно весной здесь слякоть, грязь. Поэтому мы обратились. Сложа руки, народные избранники не сидели. Уже в июне средний ремонт увидит дорога от улицы Штурманская до 7-й магистрали. На это из бюджета выделили 52 миллиона тенге. Ремонтом охватит и проблемный съезд к школе. Также в текущем году мы производим ремонт социально значимым объектом. Это будет охвачено 17 подъездных дорог. Это, я вам так скажу, это 92-я школа, это 86-я школа, 101-я школа и так далее. Между тем, депутатами было направлено ни много ни мало 18 рекомендаций отделу ЖКХ по выделению средств на ремонт, восстановление и содержание ряда дорог шахтерской столицы. Часть из них чиновники проигнорировали. Что депутаты утверждают на средства на определенную программу в целом, а внутри программы уже рассматривают администраторы программ, и распределением средств занимаются они. Поэтому мы, в свою очередь, будем впредь осуществлять надзор за распределением бюджетных средств. На основах обращений наших избирателей мы также будем включать администраторам программ те или иные улицы, которые необходимы, нуждаются в ремонте в среднем, текущем, чтобы улучшить условия жизни наших избирателей. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.